Паш, привет. Ты скоро? Привет, солнышко. Столько дел на работе. Думаю, сегодня придется задержаться. Ну, мы же хотели пиццу заказать, кино посмотреть. Знаю, ну что поделаешь. А завтра вообще совещание до ночи. Ну все, мне пора. Люблю тебя. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваня. Да, вы кто? Я Даша, девушка вашего парня. Приятно познакомиться. Еще раз, кто вы? Решение Даши прийти вот так вот к Ане, это очень смелое решение, потому что она не знает, с какой реакцией может столкнуться. То есть там можно придумывать все, что угодно, от понимания до злости и такой откровенной агрессии. Аня слушала и не верила своим ушам. Наверное, это какой-то розыгрыш? Не мог Паша, ее первая любовь, с которым они уже полгода вьют почти семейное гнездышко, встречаться за ее спиной еще с одной девушкой. Зачем эта незнакомка хочет разбить их счастье? Что ей от них нужно? Давай сейчас Паше позвоню, и ты сама все увидишь. Алло, привет, Пашуня, как дела? Привет. Да вот, тружусь в поте лица. Я так по тебе соскучилась. И я, но сегодня ну никак. Зато завтра обещаю романтический ужин. Это мне нравится. Хорошо, целую тебя. Пока. Ну что, убедилась? Может быть. Ай, слезами горю не поможешь. Пошли. Эту новость, вот так вот в лоб, вот так вот звонок в дверь, очень трудно вообще принять, очень сложно в это поверить, очень сложно переварить, потому что ничто не предвещало беды. Их отношения были стабильными, романтическими, полгода жили вместе, ничего еще сложного не происходило. Это большой удар для Ани. Как вы вообще обо мне узнали? Предлагаю перейти на «ты». Все-таки парень общий. Ну да. Что может быть ближе? Как я узнала? Да все просто. Он забыл у меня телефон. Ну, естественно, я полезла посмотреть, что там. А там ты. Глупо спалился. Это точно. Давно вы уже вместе? Полгода. А вы? Мы тоже. В любви признавался? Да. И мне. Зачем ему это было нужно? Ему что, мне одно не хватало? Да какая теперь разница? Давай лучше думать, что мы с этим делать будем. Наверное, нужно с ним поговорить. Нет, это просто. Мы будем мстить. Если исходить из того, что вообще месть – это злое качество. Это месть, это оно тяготеет к такому понятию, как страсти. То есть качество эмоциональное, которое, как правило, вызывает негативные последствия чаще всего. Но по отношению вот к некоторым людям, к ним как раз сложно применить обычные методы воздействия, потому что они бесчувственны. И нужно как бы воздействие чем-то усилить. И вот иногда месть, она в данном случае может быть как раз тем усилителем, который позволит усилить эффект воспитательный и назидательный. Вот. И он в некоторых случаях как раз необходим. Мстить? Может, не надо? Смотри сама, устроим мы ему этот скандал. Найдет потом еще таких двух дур. А так проучим парня, нечего девушек обманывать. И что ты предлагаешь? Надо, чтобы он понервничал. Паша переживает, когда у меня задержка. Ай, какая мысль! Скажем, что мы обе беременны. Обе? Да. И потребуем жениться. Посмотрим на его реакцию. А ты жестокая. Сам виноват. Нет ничего хуже обиженной девушки, а нас двое. Они могли бы обойтись без мести, но, похоже, эта месть помогает им как-то проучить молодого человека, потому что так бывает, что иногда разговоры в действии, ну, в жизни, они не доходят до какого-то действия, ничего не меняют. И для такого более глубокого морального перерождения важно понимать, какие могут быть последствия твоего поведения, твоих действий. И мне кажется, девушки тут из этих побуждений устраивают эту инсценировку ему. Привет, Паш, нам нужно срочно встретиться. Привет. А до вечера не может подождать? Что-то случилось? Да, жду тебя на нашем месте в парке.
привет. Привет. Что за срочность? Есть одна новость, которую я тебе очень хочу сказать лично. Ну, давай, внимательно слушаю. Ты скоро станешь папой. Как папой? Я беременна. Ты что, не рад? Да нет, рад. Я просто в шоке. Так неожиданно. Я тоже не думала, что мы так скоро с тобой станем семьей. Семьей? Да, свадьбу откладывать не стоит. Ну, чтобы животик в платье не был виден. В платье? Да, белое, красивое такое. Я же буду самой красивой невестой. Да, прости, да, ты будешь самой красивой невестой. Мне нужно сейчас на работу. Я тебе позже отпишу, хорошо? Какая реакция? Избегание – это самая, скажем так, первая реакция, базовая реакция защиты. Когда человек к чему-то не готов, он сразу старается от этого убежать, от этой ситуации, чтобы потом в спокойном состоянии как-то собраться с мыслями, сориентироваться и найти какой-то выход. Поэтому это первый показатель того, что человеком двигали какие-то, собственно говоря, такие сиюминутные поверхностные интересы и увлечения, и не было внутренней готовности принять вот такую правду. Паша удивлялся сам себе. И как это ему удалось встречаться сразу с двумя девушками? Он этого не планировал, просто познакомились одновременно. Ну а потом графики встреч сложились так, что Паша успевал и к Даше, и к Ане. У него даже проснулся спортивный интерес. А долго ли так сможет продолжаться? Но сейчас было уже не до интереса. Даша забеременела, а значит, пора принимать решение. Привет, Пашенька. Ты что-то сегодня рано. Все хорошо? Ты какой-то бледный. Все нормально. Устал просто. Слушай, нам нужно поговорить. Мне тоже есть о чем тебе рассказать. В общем, тут... Нет. Девушки, вперед. Ну, давай. Паш, я беременна. И ты тоже? В смысле тоже? Забей. На работе у подруга у друга забеременела. Какое совпадение. И не говори. Паше было легче поверить, что обе девушки беременны одновременно, чем поверить в тот ужас, что они друг друга знают, и что они там подговорили друг друга, и вот выдают ему такую информацию. В это было поверить проще, чем рассмотреть, что ситуация гораздо хуже, чем ты предполагаешь. Ты бы его видела. Он даже чуть не проговорился. Мне его даже жалко стало. Нечего жалеть предателей. Ты про свадьбу ему сказала? Не успела. Вечером сегодня обязательно скажи. Ладно, Даш, ну когда это все закончится? Долго мы его еще вокруг пальца водить будем? Мне его каждый раз видеть тошно. А мне, думаешь, нет? Я-то думала, расскажем ему все, он так и сознается. А нет, молчит гад. Так может, просто ему правду скажем? Нет, надо ему устроить эпичное разоблачение. Просто подумать как. Может, маме его расскажем? Он меня с ней уже познакомил. Ань, мы что, в детском саду с тобой? Да она у него строгая и будет на нашей стороне. Сыпет ему по первое число. А что, это мысль. Организуй нам встречу. Важно знать заранее, какая будет у мамы позиция, потому что мама может как встать на позицию девушек, так может встать на позицию сына. И не каждая мама в данной ситуации выберет вот позицию как раз вот этой стороны, которая выступает именно в роли, ну, даже, можно сказать так, не провокатора, а назидателя, который назидает достаточно таким суровым, жестоким образом, воспитательным. Поэтому здесь все зависит, конечно, от мамы. Но сам подход к этой ситуации с точки зрения подключения мамы, он правильный. По закону жанра Даша и Аня должны были стать заклятыми врагами. Еще бы, ведь у них один парень на двоих. Правда, он им об этом рассказать забыл. Но вместо скандалов девушки решили действовать вместе и заставить Пашу понервничать. Сообщили, что беременны.
Вот только Паша не извинялся и не каялся. И тогда подруги, по несчастью, решили подключить тяжелую артиллерию. Ингу Дмитриевну, маму Паши. Господи, какой кошмар. Девочки, мне так стыдно. Простите меня, пожалуйста. Но вы же не виноваты. Виновата, что так сына воспитала. Вы знаете, его отец тоже мне изменял. А Пашка все это видел. Вот откуда он этого понабрался. Ну, вряд ли это повлияло. Мне надо было забирать Пашку и уходить от него. А я всю семью сохраняла ради сына. Дура. Ну, вы же потом развелись? Ну да, когда Паша в институт поступил. И почему все мужики такие козлы? Сколько живу, ответа на этот вопрос так и не получила. Растишь их, воспитываешь, а вот такая ерунда получается. Женщины быстро нашли взаимопонимание, особенно с мамой молодого человека, потому что мама была сама когда-то в такой ситуации. И она смогла увидеть, к чему ее бездействие, то есть по отношению к ее мужу, привело в дальнейшем, что это воспитало как бы сына немножко неправильным образом. Она входит в положение этих девушек, она понимает, как это больно терпеть измену. А что вы решили делать? Ну, мы думали, когда про беременность ему все расскажем, он сразу во всем сознается. Но нет, он так и продолжает ходить, то к одной, то к другой. Конечно, он же не знает, что мы знаем друг про друга. Слушайте, а это мысли. Надо ему сказать, что вы знакомы, но не говори, что вы знаете, что он у вас один на двоих. Гениальная идея, Инга Дмитриевна. Вы коварная женщина. А я ему мозги пропесочу, обещаю. Вы знаете, хоть он мне и сын, и мне его по-своему жалко, но зло должно быть наказано. Ох, не хотела бы я оказаться на месте Паши. Ничего, пускай знает, как девушек обижать. Он вроде бы сегодня к тебе собирается, да, идти? Ну вот ты отлично расскажешь ему все. По всей видимости, вот здесь как раз и имел место эффект женской солидарности. Солидарности в том плане, что вот какие-то вот внутренние ценностные качества у этих женщин совпали. И здесь мать заняла правильную позицию на самом деле. Хотя вот в реальности большинство бы матерей наверняка всегда в данной ситуации встали бы на сторону сына. В этом случае мать как раз заняла воспитательную позицию, наверное, потому что она именно поняла всю степень собственной ответственности. Привет! А я была у врача. У нас все хорошо. А еще решила расписание в ЗАГСе узнать, чтобы заявление подать. Чтобы что? Заявление подать. Прекрасно. А можно я к нам в гости подружку позову? Что за подружка? Ее Даша зовут. Мы в клинике познакомились. И она, наверное, тоже беременна. Да, ты представляешь, у нас почти сроки одинаковые. Вот мы и решили, что беременность вместе будем вести, чтобы не так страшно было. Ладно, на самом деле это неплохая идея. А еще мы сделали фоточку, чтобы потом сделать коллаж до и после, с животиками и без. Вот смотри. И селфи. Милая, правда? Паша терпит до самого упора, и вот у него хватает вот этой внутренней какой-то непонятной или выдержки, или наглости, даже я не знаю, как это правильно определить, какой-то или непробиваемости, толстокожести. Не признаваться, не признавать действительно правду и свою вину, а пытаться все-таки эту ситуацию как-то вырулить из нее так, чтобы не оказаться крайним, так, чтобы не признать своей вины и ошибки. И вот он даже в данной ситуации не находит себе силы для того, чтобы раскаяться и раскрыть всю правду. Я ушла. Завтра позову к нам Дашу на чай. Привет. Мам, а ты что здесь делаешь? А что, я не могу к родному сыну в гости зайти? Ну, можешь, конечно. Проходи. Сын, у тебя все хорошо? Ты как-то плохо выглядишь. Не, мам, все очень нехорошо. А что случилось? Ты будешь бабушкой дважды.
Анечка беременна. Двойней. Анечка беременна. А еще Даша беременна. А кто такая Даша? Моя девушка. Еще одна. Как это понимать? Ты что, с двумя сразу крутил? Тебе не стыдно? Да стыдно. Но я даже предположить не мог, что что-то подобное может получиться. А на что ты рассчитывал? Так тебе и надо. Пример отца ничему тебя не научил. Ой, слушай, ну не начинай. И так тошно. Они еще и познакомились случайно. И придут сюда скоро. Все узнают, все всплывет. И я не знаю, что мне делать. Что мне делать? Раньше надо было думать. А теперь получай по заслугам. Я так облажался, мам. Дети. Дети. Да не будет детей. Что? Не беременны твои девушки. Просто проучить тебя хотели, дурака. А ты откуда знаешь? Я мама, я все знаю. А ты не пытайся меня обманывать. Так они все знали. Знали и молчали. Молодцы девушки, не пропадут в жизни. А ты должен прощения попросить. Иначе на глаза мне не показывайся. Мама рассказала сыну правду, потому что, возможно, увидела его степень вот, потрясения самой ситуацией, возможно, потому что какое-то и сочувствие к нему есть, но что он уже так долго мучается, уже так долго ходит в этом напряжении, и отчасти она вот не присоединяется к девушкам для того, чтобы и дальше мстить, потому что понимает, что в том, какой он вырос, есть ее вклад того, что она терпела и ничего не меняла со своим супругом, как бы давая понять, что это окей. Чего молчишь, герой-любовник? Я хочу попросить у вас прощения. Слушаю. Ань, Даш, я прошу прощения за то, что вас обманывал. И это все? Так себе извинения, если честно. Ну, вы вообще-то на самом деле тоже молодцы. Замутили вот это вот с беременностью. Я чуть не посидел. Ты нашел с чем сравнивать. Ты нас полгода обманывал. Я надеюсь, вы меня простите. И теперь, когда мы разобрались, мы сможем остаться друзьями. Это вряд ли. Пока. Ань, ну прости. Надеюсь, ты уже понял, что съезжаешь. Но я думаю, девушки для себя как раз вынесли из этой ситуации многое. Для них эта ситуация с точки зрения психологии как бы с большего проиграна и отыграна. Вот. А для Паши это как раз ситуация, которая не завершилась каким-то гештальтом, не завершилась извинением, полным покаянием, признанием своей вины. И им движет еще желание каким-то образом, опять же, вот, чисто авантюрным путем, вот, авантюрный склад мышления срабатывает, найти легкий и простой способ выхода из этой ситуации. А его нет, этого простого и легкого способа. Здесь выход только через совесть, через признание правды. Ань, ну прости меня. Ну давай попробуем еще раз. Только вдвоем. Ты что, шутишь? Нет, я серьезно, Ань, я люблю тебя. Это не мешало тебе полгода любить другую девушку? Да, я виноват. Но я все понял. С ней было по-другому. Паш, я скажу тебе это один раз. Да, ты был мне очень дорог, но ты сделал мне настолько больно, что я не смогу тебя здесь больше видеть. Ну прости меня, Ань. Даже если тебя прощу, это ничего не изменит. Этот разговор помогает паре поставить точку в их отношениях, помогает как бы завершить процесс, потому что, ну, эмоциональное отреагирование произошло. То есть это не копится, это не сдерживается, все, что нужно было сказать, сказано. И теперь в душе как бы, ну, эти вот негативные чувства, они, ну, выплеснуты изнутри, и в душе есть пространство для чего-то нового, возможно, для прощения, возможно, для смирения, возможно, когда-то для новых отношений. Ой, девчонки, так рада вас видеть. Как дела? Хорошо. А Паша как? Ой, не вспоминайте про этого оболтуса. Аня, забыли, живем дальше. Да просто интересно, где он живет. Я все-таки человека на улицу выгнала. Так и я его выгнала. После того, как вы его проучили,
Он тихонько дома сидел. Я уже радовалась, исправляется парень. А тут смотрю, одна девушка позвонит, другая. Я поняла, что он опять за старое взялся. Я ему сказала: так и так, сынок, и выгнала. Он теперь со мной не разговаривает. Эх, а поначалу такой хороший, добрый был. Ничему человека жизнь не учит. Так, предлагаю больше о некоторых личностях не говорить. Давайте лучше чай пить. С печеньем. Что там чай? Я свою наливочку принесла. Сейчас. Чай, печенье. Учись, как надо гостей встречать. Возможно, это у него такой уже сформированный склад, авантюрный склад характера. Пикапщики, вот они, если входят в вкус пикапа или там соблазнение, обольщение, то на самом деле им от этого очень сложно избавиться. И нужен даже не один урок, а урока два или три жизненных, причем таких серьезных уроков, для того, чтобы человек понял, что так вести себя нельзя, что это нарушение, собственно говоря, этических границ, это, собственно говоря, причинение боли другим людям и боли серьезной, потому что чувство любви – это боль в сердце. А это самое тяжелое, долго проходящее боль. Поэтому в данном случае он не извлек урок из этой ситуации. Ты посмотри, я сначала и не поверила, когда ты написала, что тебе нужно. Даш, я соскучился. Это тебе. Мне от тебя ничего не нужно. Это все, я могу идти. Ну нет, давай обсудим все, давай поговорим. А давай. А вот чего ты встречался с нами обеими? Тебе не стыдно? И самый главный вопрос, ты хоть кого-нибудь любил? Ой, слушай, ну не начинай. Вот и поговорили. Ну, у тебя всегда характер был сложный, а сейчас вообще стерва стала. Маме позвони, она волнуется. Паша рассчитывал продолжать свою игру, потому что девушку-то он уже знает, общаться как бы понимает как, там уже не нужно вот этот, возможно, длительный конфетно-букетный период для того, чтобы там получить согласие, что да, мы теперь официально пара. Но как бы мы видим реакцию Даши, мы понимаем, что для нее все случившееся было очень больно, и она не готова, даже в случае, если бы он в теории был готов реально к моногамным отношениям, она не готова ему снова поверить. Рана пока что еще не заживает. Паша, ты как здесь? А как же привет? Я так скучал. А я нет. Это тебе. Ближе к делу. А, нет, 3 месяца. Места себе не находил. Так скучал. Ну, давай начнем все сначала. Пашка, привет! А ты что здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь? К подружке в гости пришла. Понимаешь, Аня, он с утра ко мне с этим веником приходил. Прощения просил, не фартануло. Вот видишь, к тебе пришел. Я, наверное, лучше пойду. Стоять. В качестве компенсации. Пошел вон. Привет. А я соскучился. Увидимся сегодня? Тогда всем. Таких людей меняет только жизнь. Причем не просто жизнь меняет, меняют серьезное потрясение жизненное. Вот, поскольку здесь как раз налицо вот эта вот привычка флиртовать, привычка пикапить, играть на чувствах, на эмоциях. И для того, чтобы вот искоренить эту привычку, человек должен больно удариться головой о ситуацию несколько раз. Вот это первое потрясение для него, оно, конечно, отложится каким-то образом, вот. Но, я думаю, будут еще в жизни у него потрясения, которые должны привести его к тому, что вообще серьезные отношения надо строить серьезно. Во-первых, и на правде, и доверии. Кто-то ждет ту самую или того самого. А кто-то не видит ничего зазорного и меняет партнеров, как перчатки. А иногда даже носит 2 пары одновременно. Вот только отношения не создаются на лжи и обмане. Чтобы построить семью, нужно потрудиться, а не искать легких и удобных путей.